Шествие пройдет по центральным улицам курорта и по главной площади. Там же состоится праздничный концерт. Начало мероприятий в 10 часов. Кроме того, выступление творческих коллективов, а также духового оркестра ожидается на сценической площадке у городского театра. Там все начнется в 11:30. Принять участие в праздничных мероприятиях приглашаются все напчане и гости курорта. Мы привыкли к этому празднику, потому что это первый праздник весны и труда, как его сегодня называют. Мое поколение его отмечает как День международной солидарности трудящихся, когда вся планета славила труд, выходила, радовалась весне. Поэтому нам от имени городского совета ветеранов приятно поздравить жителей и гостей города-курорта с Днем международной солидарности трудящихся, днем 1 мая. Здоровья, успехов!